Всем привет! В данном видео я расскажу, как сделать трафарет для покраски в камуфляж Криптек. Начнем с материала. Я использовал самоклеющиеся обои. Выбрал их потому, что они продаются в любом строительном магазине, имеют достаточную плотность как подложки, так и самоклейки. Единственный минус – не каждый принтер готов на такой поверхности печатать. Нарезаем листы формата А4 или в другой удобный для вас формат. Шаблон для печати вы можете скачать по этой ссылке. По принтеру. После печати на струнном принтере краска не высыхает и размазывается, печатается без застревания. При печати на лазерном принтере тонер ложится без проблем. Только самоклейка порой застревает. После распечатки приступаем к вырезанию. Тут все просто. Канцелярским ножом режем по контуру все ячейки, без сильного нажима, иначе прорежем подложку. Для удобства советую отмечать подрезанные ячейки, чтобы в процессе по два раза одно и то же место не вырезать. Для тех, кому жалко тратить свое время, можно попробовать обратиться в типографию или в рекламное агентство. Они вам материал подберут и насечку сделают. А можно и готовый трафарет приобрести, прикладывая ссылку на магазин трафаретов. На этом все. Желаю удачи. Пока.